как тебя зовут? Привет, Влад. Расскажи, откуда ты к нам приехал? С Волхова. С Волхова. Какой клуб представляешь? Аллигатор. Аллигатор. А под руководством какого тренера занимаешься? Краснокутский Андрей Валерьевич. Так, расскажи вообще, какая у тебя база? Бокс. Бокс, да. Расскажи вообще, какой у тебя настрой? Настрой позитивный. Позитивный, да? Да. Я понял. Слушай, ну тебе предстоит два боя провести. Как да, ты? Поведем. Заряжен? Да. Понятно, понятно. Слушай, а в перспективе в какой бы организации крупной хотел бы выступить? Ну, где-нибудь так поинтереснее, где в крупную какой-нибудь. Как, куда пригласят или куда сам подумаю. Угу. Все, я понял. Ну что, будем следить за твоими успехами. Желаем тебе удачи. Спасибо. Привет, как тебя зовут? Меня зовут Эрик. Расскажи, откуда ты родом? Я вообще с Армении. Сейчас проживаю в Санкт-Петербурге. Угу. Расскажи вообще, в каком клубе занимаешься под руководством какого тренера? Я занимаюсь в кроссе под руководством Быкова Артема. А чем занимаешься? Чё, грэпплингом? Я ММА начал. ММА, да? Решил попробовать себя. То есть это твой первый бой будет, да? Да. Я понял. Слушай, расскажи вообще, а планы какие у тебя в дальнейшем? То есть, может, крупная организация какой-то хотел бы? Хотел бы в GFC попасть. GFC, да? Прайд, который, да? Я понял. Слушай, у нас есть выходы на GFC, так что давай покажи зрелищный яркий бой, и мы тебя предложим туда. А так, желаем тебе удачи. Спасибо, я покажу все в порядке. Итак, дорогие друзья, представляем бой в весовой категории до 61 кг по правилам ММА. И приглашается боец, представляющий клуб «Аллигатор» из города Волхова. Приветствуйте, Семенов Владислав! Соперником ставит боец, представляющий Армению, клуб «Север». Приветствуйте, Эрмисян! Бойцы, фейс-ту-фейс. Боец готов? Бой! Позитив боец Ирана Сян.